Сегодня стало известно, что чеченский боец UFC легковес Майрбек Тайсумов встретится с бразильцем Карлосом Диего Феррейрой на турнире UFC 242 в Абу-Даби. На счету Тайсумова в организации UFC 8 боев, 7 побед и 1 поражение. У соперника Тайсумова Карлоса Феррейры 8 боев, 6 побед и 2 поражения. Феррейра выиграл последние 4 поединка. В последнем своем бою он выиграл решением у Рустама Хабилова. UFC 242 пройдет 7 сентября. В главном бою титул в легком весе оспорят чемпион организации Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье.